23 мая в поселке Правдинский в спортивном клубе «Анты» состоялось мероприятие, посвященное 70-летию победы в войне над фашистской Германией. Сегодня выступают у нас и сандисты, и боксеры в одном мероприятии. Все мы помним о тяжелые годы, и, безусловно, всегда мы будем помнить, патриотически будем настроены и занимаемся добрым и хорошим делом. Это спорт. Чтобы поддержать участников, на мероприятии присутствовал глава городского поселения Правдинский. Эти соревнования проходят необычный год. Год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Весь наш народ, вся наша Россия начала готовиться с января 2015 года, может даже раньше, к этой Великой дате. И вы знаете, что у нас были Пушкина и городской поселение Правдинский. Начиная с апреля месяца, многие мероприятия проводились в честь 70-летия этой Великой победы. И наши сегодняшние соревнования тоже посвящены этой великой дате. Открытый турнир «Мастер по самбо» на одной площадке и кулачный бой рядом на ринге. Более полусотни участников, желающих попробовать свои силы в реальном соревновании. И не просто попробовать силы, а победить, как деды и прадеды в 45-м. Если придется врага бить, а не стрелочного, не с ногами, а кулаками, борьбой, оружием, как хотите. Это важно, запомните, желаю вам Пока победители поединков принимали поздравления, проигравшие оправдывались тем, что засматривались на судей. В итоге расстроенных поражением не было. Алексей Суходольский, Александр Девкин, телеканал «Твой».